Празднование юбилея главного символа страны началось торжественно и патриотично под звуки военного марша. На площади у Стеллы первые лица края и города, руководители силовых структур, общественники, активисты и юнармейцы. Чести поднять российский триколор удостоено подрастающее поколение. Это не только символ государственности. Этот флаг символизирует верность и преданность нашему Отечеству. Этот флаг символизирует преемственность поколений. Он говорит о патриотизме нашего народа. Он говорит о святости и верности своей стране. Праздник символа государственности – это еще и повод в очередной раз вспомнить о защитниках Отечества. Глава города Вячеслав Франк выразил слова благодарности всем солдатам, добывавшим победу в Великой Отечественной войне во время локальных боевых конфликтов и бойцам СВО. Сегодня с этим флагом наши бойцы, наши герои отстаивают свободу, суверенитет нашей страны. Стелла – это живое. Это отцы и деды, это бабушки и мамы, которые ковали великую победу. Я благодарен всем барнаульцам, которые своим трудом приближают нашу победу. День государственного флага официально отмечают в стране с 1994 года. Но сам российский флаг имеет более чем 300-летнюю историю. Мария Костолева, «День с толком».